В Самаре сегодня обсуждают международные перспективы в сфере дорожного строительства. Сразу два крупных совещания проходят в эти минуты в областном центре под председательством министра транспорта России и полпреда президента ПФО, а также с участием губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина. Первое совещание посвящено развитию сети автомагистралей и скоростных дорог в стране. На данный момент их общая протяженность составляет менее 5000 километров. Для динамичного развития регионов совместного экономического роста требуется интенсивное развитие транспортной системы. В Самарской области планируется к 2030 году построить дорогу категории 1Б, которая свяжет регион с соседями и Москвой. Расчетная скорость составит 120 км в час с несущей способностью не менее 12 тонн на ось. При этом должно быть минимум по две полосы в каждом направлении с местами отдыха для водителей. В связи с дефицитностью бюджета всех уровней планируется, что к строительству дорог будут привлекаться частные инвестиции. Второе совещание посвящено развитию транспортной инфраструктуры. К чемпионату мира по футболу 2018 сейчас в Самаре идет реконструкция Московского шоссе от памятника самолету Ил-2 до выезда из города. Будет создано по две транспортных развязки на пересечении с Ракитовским и Волжским шоссе и на перекрестке с проспектом Кирова. При этом в рамках подготовки к Мундиалю в порядок приведут большую часть дорог областного центра. Совещание в эти минуты продолжается. Об итогах мы сообщим вам уже в следующих выпусках.